Всемирный день донора сегодня отметили в Красноярске. Праздничные мероприятия прошли в Каменке и Краевом центре крови. Волонтеры рассказали людям о пользе донорства. Тем, кто сегодня сдавал кровь, вручали памятные сувениры. Всемирный день донора отмечают 17 лет. Красноярские доктора рассказывают, с каждым годом желающих сдать кровь становится все больше. Приходит много молодых людей. Специалисты напоминают, стать донором просто. Вам должно быть больше 18 лет, и у вас должны отсутствовать хронические заболевания. С собой в центр крови достаточно взять паспорт. Волонтеры работают, особенно в праздничные дни, которые объясняют, что да, это действительно необходимо, что в настоящее время замены крови и ее компонентов нет. И поэтому, чтобы спасти жизнь тех пациентов, которые находятся в медицинских организациях Красноярского края, необходима им помощь. А помощь – это вот как раз в донорстве.